Молодежь – движущая сила общества. Волонтеры помогают нуждающимся и участвуют в различных социальных мероприятиях. В Пахмуринской области насчитывается около 90 активных волонтерских коллективов. Число волонтерских организаций растет. Подобные объединения помогают подрастающему поколению развивать личностные ценности и способности. В этом году молодежь активно привлекается к полезной работе. Республиканское студенческое движение «Альянс студентов Казахстана» является одной из наиболее тесно сотрудничающих с молодежью Акмолинской области организаций. Работа направлена на развитие социальных и личностных способностей и ценностей. Прежде всего, республиканское движение защищает права студентов как личности. Мы участвуем во многих мероприятиях в городе. По поручению главы государства в республике проводится экологическая акция «Таза Казахстан». Активное участие в ней приняли волонтерские организации области. В ходе экологической акции «Таза Казахстан» 3 августа мы провели уборку на берегу реки Кылшакты. Работы по благоустройству города, как и посадка деревьев, стала традицией. Проводим их каждый год. Важно, чтобы молодое поколение знало и защищало свои права. В прошлом году на базе Альянса студентов Казахстана был создан Институт студенческого омбудсмена. Цель нововведения – защита прав студентов. В частности, молодежи, приехавшей в область учиться, оказывается помощь в решении проблем с проживанием в общежитии. В этом направлении мы начали работу с университетом имени Шукана Уалиханова. Для студентов, приехавших по программе СИРПЕН, проводим интересные мероприятия, психологические тренинги, чтобы они могли лучше погрузиться в жизнь города, привыкнуть к жизни в общежитии, освоиться. Растет число молодежи, которая приезжает в наш город. Постараемся увеличить и число мероприятий. Мы посещаем пансионаты и дома престарелых, помогаем ветеранам тыла и Великой Отечественной войны. По экологическому направлению работаем, делаем наш город чище. Активно занимаемся волонтерством по 9 направлениям. Среди них Акмолинская область занимает первое место в рейтинге по направлению «Здоровый и чистый мир». Активный и полезный досуг – это право каждого человека. Число волонтеров в регионе растет с каждым годом. Эльмира Оспанова, Сабина Жамшитова, Дархан Мужибаев, Кокшиак, Парад.